Всем здравствуйте! Я закончила распаковку и сейчас хочу познакомить вас с очень прекрасным магазином, в котором есть абсолютно все для тех, кто шьет. Это магазин Welltex. Ссылочку на него оставлю в описании, на товары, которые мы заказывали, также оставим в описании. При заказе в магазине мы говорили, что будем делать обзор. И магазин предоставит для зрителей нашего канала, те, кто будет заказывать впервые, по промокоду в комментариях указывайте «Я женщина», получите скидку в размере 5%. Скидка – это всегда приятно, поэтому не забывайте и указывайте. А я хочу рассказать вам об этом магазине вообще, что я заказала и что там есть. Ну, можно сказать, знаете, в этом магазине есть все. Начиная от швейной техники, промышленные, запчасти к этой швейной технике, все для того, чтобы можно было утюжить, и это профессиональная техника, и вышивальная техника. Там огромное количество ниток, просто огромное. Ниток никогда не бывает много, а количество ниток у них просто, ну, зашкаливает, можно сказать. У них это свой бренд Nitex. И разнообразие цветовой гаммы, плюс разнообразие самих ниток по назначению, тоже они разные бывают. Нитки по номерам, которые вам надо, есть тоньше, есть толще. Также там есть ткани, кстати говоря, там есть. Там есть выбор замочков разных. Есть тракторные, есть потайные молнии, есть длинные, есть короткие, есть металлические. Абсолютно разные по назначению, я имею в виду, есть для курток, есть для платьев. То есть классно, когда выбор большой, все в одном магазине. Я люблю шить трикотажные изделия, спортивную одежду. И там выбор шнурочков тоже большой. Есть возможность, ну вот здесь вот один я могу уже зафиксировать, да, край. И все держится прекрасно. Помимо того, что цветовая гамма большая, то выбор тоже и к цветовой гамме. Ну, вот я сейчас попытаюсь продеть. Да, все продевается. Ну, естественно, я потом все посрезаю, когда мне нужно. И в спортивной одежде буду все это применять. Как вы видите, белый цвет, желтый цвет, желтый цвет. Это тоже очень классно. Ну, и есть шнурочки, которые уже в законченном варианте. Также там огромное количество всяких швейных принадлежностей. Вот смотрите, у меня есть такая атласная ленточка, да, которую я обязательно буду применять. При пошиве вы все это увидите. Можно приобрести, тоже классно, в контейнере булавочки. Мне нужны были такие тоненькие. Я вот их заказала, чтобы были тонкие. И хорошо, что они сразу же находятся все вместе. И здесь же можно на поролон иголочки ставить, они хорошо хранятся. Кстати, там идет доставка по всей Украине, и когда мы сделали заказ, то нам доставили очень быстро, за что огромное спасибо. Также очень важно, что в магазине есть выбор игл для швейной техники. Я всегда, когда выбираю, и меня цены, кстати, порадовали по иголочкам, потом и по ниткам. Вот цены по ниткам тоже порадовали, потому что когда я приходила в магазин и покупала, то эта цена, ну, в два раза так точно выше. И есть ниточки, которые там у них на распродаже, по акции, скидка, тоже вообще цены вообще просто радуют. Иглы я подобрала именно к своему оверлоку. То есть, если вы будете заказывать иглы, обратите внимание на, ну вот здесь вот на каждых иглах, и у вас в машинке, да, прописано, наберите свою машинку, свою модель, и посмотрите, какие иглы вам подходят, чтобы вы не ошибились. Потому что у меня, например, машинка, ну вот швейная техника, я использую иглы, и там колба тонкая. Уже дважды я ошибалась и заказывала не те иглы. Потом все-таки села, просмотрела внимательно, что мне нужно именно с тонкой колбой, какая маркировочка, и по маркировке выбрала, потому что большой выбор. Ленты. Огромное количество лент там. Я выбрала вот такую вот репсовую ленту. К этой репсовой ленте, как вы видите, еще для сумочки лента.
Мы, может быть, пошьем сумочку с вами, и, естественно, я вам все это покажу, все это будем использовать. Резинки, куда же без них? Там разнообразие цветов тоже есть разные. Я взяла яркие оттенки, те, которые очень редко встречаются, потому что черные, белые, понятное дело, мы всегда можем приобрести. Я взяла оранжевый цвет. Здесь у меня 2 сантиметра. То есть по 2 сантиметра прекрасно подойдут тоже для пошива изделий. Резинка мягкая, форма держащая, и взяла желтенькую. И есть разная ширина, тоже будете смотреть. Большое количество цветовой гаммы еще киперной ленты. Киперная лента классно подходит тоже для спортивной одежды. Можно обрабатывать горловину, можно использовать ее и, допустим, как декоративно где-то прошить. Я заказала пока серую и заказала оранжевую. Помимо тканей, ткани я не заказывала, пока так рассматривала, есть еще клеевой материал. Клеевой материал я заказала для того, чтобы попробовать, какой он, насколько здесь много клея. Клеевой материал хороший, я сейчас даже попробую проклеить, чтобы его, ну, увидеть уже в работе. Но вот так вот я чувствую, что много здесь все-таки таких вот точечек клея, значит, будет держаться. Еще там есть мел. Ну, я вам перечислила, рассказываю, да, насколько там много всего, и перечислила, наверное, какую-то, я не знаю, десятую часть, может быть, даже меньше, потому что вы, когда зайдете, посмотрите, вот, и заказала еще мел. Вот, кстати говоря, он классный. У меня же есть мел пандочка, который я тоже обожаю, я с ним постоянно работаю, но он очень хрупкий. Он классный, хрупкий, я все время его использую, вот здесь вот скотч, то этот поплотнее. Смотрите, я вот так вот вам показываю толщина его, но край тоненький, хороший. Есть у меня еще точилка. Если надо будет, я поточу. Но, в принципе, я абсолютно не нажимаю, да, легонько провожу, и линия есть. Это тоже замечательно. Ну и сейчас, конечно, давайте я попробую все-таки клеевой материал, поскольку я за него сказала, и мы посмотрим тоже, как он проклеится. Кусочек я отрезала, проклеила, и, ну, держится очень хорошо, мне нравится. Значит, естественно, я не дождалась, пока он остынет полностью, потому что правило такое, что флизелин нужно проклеить, оставить до полного остывания, и потом он будет держаться еще лучше. Также сейчас я попробую пошить нитками и тоже вам скажу свое мнение. Я заказывала нитки, здесь 50 номер, и обращаю внимание, может, при заказе вы тоже будете на это обращать внимание, что нитки одних в намотке 4000 метров, одних в намотке 5000 метров, поэтому вы тоже можете, допустим, сориентироваться, сколько вам нужно, посмотреть по цене и уже определиться. Ну, берем первую попавшуюся, да, какая мне понравилась, яркая кораллового цвета, и сейчас сделаю намотку, попробуем. Кстати, я вам сказала 5000 метров, здесь 5000 ярдов написано. Так, теперь смотрите, вот нитки я заправила, у меня автоматическая обрезка нитей. Сейчас я проверю, когда нитки хорошие по качеству, автоматически нитка обрезается, и потом можно спокойно работать. Я специально взяла трикотаж, если будет пропуски стежков, чтобы можно тоже посмотреть. Поэтому сейчас с вами тоже все это просмотрим. Я буду и по ширине, и по длине, по поперечной и по долевой строчке выполнять. Так, здесь пропуска стежков нет. Ну, плохо видно, я имею в виду. Нитка туда утонула. Сейчас я и свет выключила, будет лучше видно. И теперь еще проделаем несколько строчек для того, чтобы посмотреть. И сейчас вот я сделала обрезку ниток. Смотрите, видите, какой краешек. Когда нитки плохого качества, я уже заметила это много-много раз, то вот этот край, он обрезается, и прям в следующий раз, когда я завожу, он выдергивается. Сейчас посмотрим. То есть выдергивается так, что мне приходится каждый раз заправлять. Поэтому несколько раз с вами пробуем. У кого есть вот автомат, вот тоже автоматическая обрезка, если вы тоже с этим сталкивались,
то знайте, что это плохое качество ниток. Только поэтому это все происходит. И происходят и пропуски стежков тоже из-за плохого качества ниток. Поэтому на это тоже обращаем внимание. То есть нигде пропуска, ничего не было. Нитки действительно хорошие. Давайте подведем итог. Посмотрите, сколько я всего заказала. И сумма этого заказа обошлась мне в районе 1000. Это абсолютно недорого. Поэтому магазин я вам с огромным удовольствием рекомендую.